Итоги конкурса «Экспортер года» подвели в региональном правительстве. В нем принимают участие субъекты малого-среднего предпринимательства, производящие и реализующие товары и услуги, которые пользуются спросом в других регионах и за рубежом. Конкурс организовал и проводит региональный экспортный центр, созданный на базе инвестиционного агентства ЯО. Его основная задача – стимулирование областного бизнеса путем предоставления юридической помощи, оформления льготных кредитов и других мер поддержки. Есть еще текущая работа, которая заключается в выездных бизнес-миссиях, в проведении международных ярмарок и так далее. И сегодня Центр экспорта готов создать площадку в любом городе нашей страны, в любом союзном государстве по заказу и по желанию бизнеса вывести предпринимателей, причем часть этих расходов также оплачивается за счет национального проекта развития малого и среднего предпринимательства. Диплом победителя в номинации «Экспортер года» в сфере промышленности вручен ООО «Берадроу». Диплом в номинации «Прорыв года» у биробиджанского дизайнера сувенирной продукции Виктории Демиховой. Уже следующим крупным мероприятием, где смогут заявить о себе предприниматели автономии, будет Восточный экономический форум, который традиционно пройдет во Владивостоке в начале сентября. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21.